Рентген-лаборантом Вера Викторовна Корноль работает 29 лет. За ее плечами много пациентов, стажировок, а также большое количество наград и поощрений. На сегодняшний день ее копилка пополнилась вторым местом в областном конкурсе «Лучший по профессии среди рентген-лаборантов». Критерии подбора кандидатуры следующие. Это большой стаж работы, хорошая высокая квалификация по своей должности. Должен быть человек уважаемый в коллективе, иметь награды различные, поощрения от администрации. Поэтому, когда мне был звонок о том, что я должна подумать, кто будет участвовать в конкурсе, я направилась к заведующему отделением лучевой диагностики Шаравину Дмитрию Евгеньевичу. Мы с ним посоветовались и, учитывая все вышесказанное, решили, что у нас Корноль Вера Викторовна очень хорошо подходит для того, чтобы участвовать в этом конкурсе. Пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить Валентину Алексеевну Застрелкину в огромной помощи в оформлении этой работы, написание в оформлении. Вот. Большое ей спасибо. То есть благодаря нее, конечно, всеми нашими усилиями совместными мы получили вот это вот место. После окончания медицинского училища молодая специалистка Вера пришла работать в детское дизентерийное отделение, со временем перевелась в рентгеновский кабинет, где мечтала работать с детства. Моя мама работала санитаркой в этом отделении. То есть, когда еще я была, училась в школе, приходила в рентгенкабинет, я знала всю эту работу, видела, как работают люди. Здесь мы сразу видим свою работу. То есть от качества снимка, от качества того, что я сделаю, зависит постановка диагноза, дальнейшее лечение больного. Вот. Ну и просто сам процесс интересен. Общение, постоянное общение с людьми, постоянное общение с больными. Ну, мне эта профессия очень нравится. Первый свой снимок как рентген-лаборанта Вера Викторовна не помнит. Но помнит, что поначалу работать одна не могла. Поэтому напарником был лаборант. Но со временем пришел момент самостоятельной работы. Лаборант, которая со мной была, она через неделю заболела после того, как я пришла. И получилось, что я осталась одна. То есть открывала атлас укладок, смотрела, как это все происходит, укладывала больного, делала снимки, и, в принципе, всегда все получалось. Ну, не, конечно, в самом начале недостаточно хорошо, как бы хотелось, но, тем не менее, ну и благодаря наставничеству у нас были очень хорошие лаборанты, очень опытные. Хотя общение с пациентами не всегда бывает легким, в профессии рентген-лаборанта нужно быть не только знающим техником и профессионалом, но и хорошим психологом, чтобы сказать пациенту о тяжелом диагнозе. Уважать пациентов прежде всего, понимать их, сочувствовать иногда, вот, но в то же время не расслабляться, потому что к нам вот в рентгеновский, в компьютерный томограф, как правило, приходят больные, тяжелые. На сегодняшний день Вера Викторовна имеет высшую квалификационную категорию и работает как на рентген-аппаратах, так и на компьютерном томографе. Поэтому мечтать остается только о самой современной аппаратуре в виде мультиспирального компьютерного томографа. А в ближайшем будущем ее ждет награждение за преданность профессии и тяжелый труд.